Малый и средний бизнес должен не только участвовать в госзакупках, но и выигрывать их. Однако победы в торгах мирнинских предпринимателей сегодня редкость. Но на днях министр предпринимательства Якутии провела семинар-совещание министерства по организации закупочной деятельности. Продолжит тему Тамара Бессмертная. Главный вопрос, на который было обращено внимание на встрече с министром предпринимательства, касался продуктивности участия малого бизнеса в государственных и корпоративных закупках. Местные предприниматели хотят плодотворно конкурировать в этих процессах, однако выигрывают торги редко. На территории республики работает много крупных концернов, но пока только Алроса сформировала свою программу обеспечения доступности и информированности малого и среднего бизнеса о предстоящих торгах. Вице-президент Алроса по закупкам Александр Паршков детально информировал о том, в каких условиях приходится конкурировать местным производителям. У нас на сегодняшний день такой переизбыток участников, что на одну закупку очень крупную заявилось сразу 26 крупных компаний. Почему? Потому что мы платим живые деньги, и мы платим без отсрочки, мы платим четко по графику, мы платим на 30-й календарный день, да? Первое. Второе. Значит, теперь говорим про уровень сложившейся цены. Значит, безусловно, я отвечаю только за закупки, я не могу контролировать на сегодняшний день исполнение. Для этого у нас есть другие структурные подразделения, да? Но в рамках создаваемой контрактной службы у нас предусмотрено специальный отдел, который будет заниматься установлением точной начальной максимальной цены, ее расчетом и ее контролем. На ведение торгов иногда влияют и внешние факторы, такие как отсутствие интернета. Но, как отметили собравшиеся, алгоритм взаимодействия заказчика и исполнителя это мешать не должно. И я рад, что вот такое повышение градуса, как вы заметили, оно говорит о том, что они не безразличны, наши предприниматели, да? Они не безразличны к судьбе города, к своей судьбе, к судьбе компании. Они также хотят, чтобы и компании приносить добро, ведь в принципе их деятельность направлена на то, чтобы предоставлять нам товары и услуги, которые мы потребляем. И вот этот живой интерес, он для меня очень важен. По законодательству России доля малого и среднего бизнеса при проведении госзакупок может составлять до 20%. Местные производители заинтересованы, чтобы эти проценты не уходили на сторону. Встреча, состоявшаяся в администрации, показала, что бизнесмены Мирного намерены отстаивать интересы свои и своего бизнеса.